Вы на канале улицы Москвы, мы продолжаем прогулочки по центру. Ну и сегодня у нас будет прогулка по улице Неглинной. Она, конечно, меньшей протяженности, чем Мясницкая, которая у нас была в нашем прошлом выпуске. Но все равно улица достаточно важная, достаточно известная. Так, ну сейчас пару слов здесь о том, какие здания находятся. Вот мы сейчас в театральном проезде. Туда театральная площадь, Большой театр, Метрополь. Дальше Третьяковский проезд, откуда можно попасть на знаменитую улицу Никольская. Здесь находится Министерство чрезвычайных ситуаций. Так, Государственная дума прямо. Ну, а мы отправляемся по улице Неглинная. Сама улица получила название по реке, которая здесь протекает под нами. Она была заключена в коллектор в 1818-1819 годах. Ну, практически на всем протяжении она заключена в коллектор. Берет начало в районе Мариной рощи и впадает в Москву-реку здесь вот неподалеку. Сейчас проходим отель Рарат Парк Хаят. Дальше следующее у нас здание будет, это бывшее здание военно-сиротского училища. Ну а теперь высшее театральное училище имени Щепкина, переехавшее сюда в 1863 году с Кузнецкого моста. Ну, улицу Кузнецкий мост мы тоже будем пересекать. Посадили здесь липы. На Неглинной. Так, вот здание ЦУМа, кстати, центрального универсального магазина. Наверное, второй по известности после ГУМа, располагающегося на Красной площади. Вот какие тут двери. Двери в театральное училище. Далее проходим пересечение с улицы Пушечная, а на Пушечной посадили березки. Когда-то тут не было никакой растительности, но тоже приятный вид. Конечно, не все тут березки дожили. Так, здесь вроде можно переходить, знак есть. Или свечок. Ведется, конечно, много разговоров, конечно, пока разговоров о том, что неплохо бы реку Неглинной поднять на поверхность, устроить прогулочные территории, но это слишком сложный проект, прям даже для нынешнего времени. А вот подходим к пересечению с улицей Кузнецкий мост. Как раз Кузнецкий мост, она так и получила название по мосту через реку Неглинная, который существовал здесь до 19 века, до заключения в коллектор реки Неглинная. Здесь вот выступают уличные музыканты. Ну и вообще улица считается туристической, считается прогулочной. Туда вот в направлении Рождественки. Ну и там можно также добраться до станции метро Кузнецкий мост. Если пройти прямо и потом направо.
там налево еще варочку надо, ну ладно, не суть. Двигаемся дальше. Здесь мы тоже видим липы. Понятное дело, много заведений. Вот рыбный ресторан, например. Пивной рядом. Ну, вот один из старейших магазинов. Петровский пассаж напротив. Ну, сейчас, понятно, огламуренный в известной степени. Ну а здесь располагается Центральный банк. Дальше у нас пересечение с Сандуновским переулком, где располагаются знаменитые Сандуновские бани. Так, ну а на другой стороне улица Петровские линии, названные по Петровским торговым линиям. Дом 19 как раз доходный дом товарищества Петровских торговых линий. Ну а чуть дальше будет пересечение у нас с Рахмановским переулком, за которым улица Неглинная примет форму бульвара. На своем заключительном участке до Трубной площади. Здесь располагается также Министерство здравоохранения, Неглинный дом 25. Это бывший доходный дом городского общества взаимного от огня страхования. 1915 год, архитектор Благовещенский.
Вот сейчас здесь Министерство здравоохранения. Она довольно скромненькая по сравнению с другими министерствами. Хотя здравоохранение это очень важная тоже сфера, особенно в свете последних событий. Так, пересекаем Нижний Кисельный. Вот видно, какое тут повышение рельефа. Ну, сюда, понятно, шло понижение, так как здесь река. Ну и даже здесь вот липы высадили тоже. Ну такой уже бульварчик, можно сказать, начальная часть уже Цветного бульвара, который будет уже после пересечения с бульварным кольцом. То есть между бульварным и Садовым. Не Глинная галерея, а торговый центр. Считается очень дорогим, как и все торговые, многие торговые центры в центре города. Так, ну вот выходим на Трубную площадь, к Трубной площади. Здесь вот вправо идет Рождественский, влево Петровский бульвары. Ну, а прямо Цветной. Такая у нас прогулочка была по Неглинной улице. Все, закругляемся.